Жители края стали больше пить. Об этом свидетельствует рейтинг трезвости регионов за 2016 год, составленный экспертно-аналитическим центром при Общественной палате России. Специалисты проанализировали объем продаж 10 видов алкоголя и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта. В результате Красноярский край оказался на 46-й строчке. В 2015 году он занимал 30-е место. Это понижение в рейтинге свидетельствует об увеличении потребления алкоголя. Самым пьющим регионом оказалась Магаданская область, а самым трезвым – Чеченская республика. Добавлю, недавно проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос показал, что 39% россиян вообще не пьют спиртного. При этом почти каждый седьмой россиянин верит в существование безвредного алкоголя.